очень рады, что мы выиграли, приехали в Казахстан. Наша жизнь, как бы сказать, изменилась в лучшую сторону. И наши фанаты, которые вообще любят кей-поп, которые слушают и смотрят нас, и вообще, кто увлекается кей-попом, да, звезд корейской поп-музыки, тоже их очень это изменило, и они очень были рады за нас. Так же, как и мы. После победы в Казахстане мы также поем, также увлекаемся кей-попом и делаем новые номера, новые песни, новые треки, как говорится, новое шоу. В данный момент мы слушаем, ну вот лично я слушаю группу Big Bang. Очень после Кореи очень их полюбил больше и стал увлекаться их творчеством, петь их песни и в основном JD, либо The Song.